Муж с женой пришли с магазина. Жена приготовила обед. Сидят, обедают. Через некоторое время муж говорит жене: «Дорогая, да под такой хороший, ух, обед, дай-ка мне бутылочку водки». Жена: «А где ты водку-то увидел? Я не пойму». «Ну как где? Вон, на окне стоит». «Пусть стоит, мало ли, мы к кому пойдем, мало ли, к нам кто придет?» Муж обиделся и продолжает обедать. Наступил вечер, муж с женой легли в постель. Жена и так, и сяк, и по-всякому к мужу не выдержала и говорит: «Дорогой, ну давай, давай, с тобой уже займемся этим, у тебя уже там все набухло». Муж поворачивается к жене и говорит: «Пусть стоит, мало ли, я к кому пойду, мало ли, ко мне кто придет». Спасибо большое за поддержку и комментарий. Мне очень приятно. Кто не подписан на мой канал, подписывайся скорее.